Удивительно, но индейцы считают, что такой музыкальный инструмент, как барабан, это целая вселенная, а его размеренный сильный бой – это пульс сердца, бьющегося в ее центре. Говорят, что покуда слышен бой барабана, земля не умрет. Насколько правдива эта красивая легенда, сказать сложно. Но то, что ритмичная игра на данном инструменте воодушевляет и заряжает отличным настроением, несомненно. Это вам подтвердит любой из участников барабанного батла, который состоялся в Щелковском молодежном центре «Навигатор». Мероприятие проходит уже второй год подряд и собирает на одной сцене талантливых молодых музыкантов со всего округа. В этот раз принять участие в конкурсе решили более 15 ребят разных возрастов. Мне нравится играть на барабанах, потому что можно подобрать любой ритм. Может быть, когда я уже все разучу, тоже стану учителем музыки и тоже буду всех учить, кто захочет играть на барабанах. Оценивала игру юных участников профессиональное жюри, состоящее из музыкантов, в числе которых был барабанщик и звукорежиссер группы «Голубые береты» Егор Сердечный, а также преподаватели игры на барабанах. Будет играть под метроном, надо сыграть просто ровно любой бит в разных темпах. Очень маленький и очень быстрый. Ну, до слип-нота барабанщика мы, конечно, не дотягиваем самый быстрый, 2000 ударов в минуту там, но все-таки будем стараться. Будет немножко такой спорт в начале. Барабанный батл состоял из трех основных этапов, по окончанию которых судьи выбрали лучших начинающих барабанщиков городского округа Щелково в этом году. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.